Всем комфортно, всем хорошо. Мне это нравится. Я за горизонтальными связями с людьми. Увольнялись с работ и открыли на Лиговском 50 первое заведение дядю. Мне не нравится. Человек пьет пиво с черникой и яблоком. Он его купил, пьет и говорит, не люблю чернику, два. Мы людей в космос отправляем. Не люблю эту водку. Противная. Немножко пригубил и слушаешь то, что тебе говорит пивовар или еще кто-то. Если вы пьете пиво, не бойтесь бегать. Если вы бегаете, не бойтесь пить пиво. Еще на уровне собеседования, пришедший на пивоварню, попробовал пиво. Всем уже достаточно известно, является лучшим изотоником. Восстанавливает солевой баланс, утоляет жажду. Вот есть жена, я же говорю, когда я покупаю пиво, что я просто пить хочу, жажду утоляю. Пивная миля – это такой вид спорта, в котором ты должен выпить 0,33 пива и пробежать 400 метров. Так 4 раза. На скорость. Тут можно уже запениться. Тут максимально запениться. Если ты быстро бежишь, ты, скорее всего, у тебя собьется дыхание.